наши новые ароматы. Каждый раз мы так стараемся вас удивить, порадовать, найти ключик к вашим сердцам. Ведь вы наши самые главные судьи. И для нас самое главное достижение – это ваша любовь к нашим продуктам. И так здорово, что вы всегда нас поддерживаете, разделяете с нами радость побед на международных парфюмерных конкурсах. Давайте вспомним историю наших парфюмерных побед. На конкурсе «Аромат года» наивысшую оценку высокого жюри получили ароматы «Знак боли» и «Знак нежности», став в 2007 году победителями в номинации «Лучший дуэт». В 2008 году туалетная вода «Ван Давантюр» стала лучшим мужским ароматом. И в 2009 году парфюмерная вода «Бьюти Кафе» стала лучшим женским ароматом. С 2010 года в России проводится премия FIFI Fragrance Awards, вручаемая организацией The Fragrance Foundation за достижения в области парфюмерии. Это очень престижный конкурс, который является своеобразным парфюмерным аналогом «Оскара». Он проходит в Париже, в Нью-Йорке, в Токио, в Лондоне и уже шестой год будет проходить в Москве. Высокое жюри этого конкурса в 2011 году наградило парфюмерным «Оскаром» мужской аромат «Крузер». В 2012 году была учреждена новая для этого конкурса номинация, которая называется «Лучший российский продукт премиум-класса». И наша компания сразу же получила эту наивысшую награду за аромат «Мама». По сей день мы держим пальму первенства в этой номинации, получив этот приз за ароматы «Фортуната» в 2013 году и за аромат «Интемпоре» в 2014 году. Также специальными призами парфюмерного «Оскара» были награждены парфюмерная вода «Pour Toujours» и коллекции «Коллекцион Privé» и «Коллекцион de Miniature». В конце ноября будет проходить очередная премия, и мы уже отправили кандидатов в Париж на рассмотрение высокого жюри. Среди кандидатов как ароматы, ранее выпущенные в этом году, так и совсем новые, о которых с удовольствием вам сейчас расскажу. В 16-м каталоге мы выпускаем парфюмерную воду для женщин под названием «Фантазии». Она о том, что все мы с вами обладаем фантазией, которая помогает увидеть мир лучше, ярче, позитивнее. Ведь наша жизнь замечательна и удивительна, если уметь замечать и удивляться. Конечно, сегодня обязательно каждому из вас мы его подарим. Еще один аромат, который мы хотим сегодня представить, это туалетная вода для мужчин «Альтернатив». Аромат создан французским парфюмером Бертраном Дюшафур. Аромат получился на самом деле альтернативным, то есть в нем нет привычного разделения на аккорды эффекторной пирамиды. Он словно легкая дымка или облако, которое при соприкосновении с кожей подчеркивает ее собственный аромат, так как аромат состоит только из шлейфовых нот. Героем аромата является один из самых любимых спортсменов нашей страны, выдающийся фигурист Алексей Ягудин. Конечно, ему не раз приходилось в жизни принимать альтернативные решения, идти альтернативными путями, и они всегда его приводили к новым достижениям и к новым вершинам. Аромат появится на страницах нашего каталога 30 ноября. Я надеюсь, что мы очень порадовали вас своими новинками. Я вижу, что у вас хорошее настроение, и хочу еще немножко поднять вам его. Дело в том, что, ну вы знаете, что все наши продукты мы создаем с большой любовью и душой. И это касается абсолютно всех стадий разработки продуктов, в том числе и съемок рекламы. Поэтому сегодня мы хотим вам показать моменты, которые обычно остаются за кадром. Мы их никому не показываем. Но мы хотим так поделиться с вами позитивом
И давайте немножко еще насладимся невероятным обаянием героя «Аромата» Алексея Ягудина. Спасибо за эти аплодисменты, и спасибо, что вот так стоя поприветствовали меня. Это действительно дорогого стоит. Спасибо вам огромное за возможность участвовать в этом рекламном ролике. И, конечно, я всячески помогу продвижению новых ароматов. Спасибо огромное вам дополнительное. Огромное спасибо за то, что не напомнили присутствующим в этом зале о том, что моя олимпийская медаль была выиграна в 2002 году. Кстати, очень многие представляют меня как олимпийского чемпиона 2002 года, тем самым напоминая, как все-таки давно это было. Но даже сегодня, если бы этот год прозвучал, то спасибо, спасибо, спасибо. Искренне спасибо вам, что вот так помните победы наших российских спортсменов. Олимпийским чемпионом, с этим невероятным человеком, который нас покорил на съемках своим обаянием, дружелюбием. Я с вами прощаюсь, желаю вам позитивного, хорошего настроения, счастья, удачи и любви. До новых встреч! Спасибо.